друзья, с Рождеством Христовым, света, добра, радости и мира, что сейчас очень актуально. А я начну свое выступление с... Хотела бы начать свое выступление с псалма номер 150, первый куплет которого традиционно поется на иврите. Дальше идет перевод на русский язык. Я думаю, что многие знают этот псалом. Как хорошо и приятно жить братья вместе. По преданию его пели апостолы. Итак, псалом 150. И нематов уманаи. Шеведахим гам яхат, и нематов уманаим, шеведахим гам яхат, и нематов, шеведахим гам яхат, и Захарию, о котором повествует первая глава Евангелия от Луки. Песня называется «Захария», и она про благовещение старцу Захарии.
о том, что у него родится великий пророк, равный по уровню Илье, пророк Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча. С благоговением в храм входил, в храме служил, кадил, в благословенной тишине был весь народ снаружи и вне, был весь народ снаружи и вне. В ранний святой молитвы час в храме Захария служил. Вдруг в темноте раздался глас: «Я Гавриил, Гавриил, внемли слова мои просты, свят лишь Господь един, дабы спрямить его стези, будет рожден тобою сын, вздыбится древний Иордан, в пустынь грядет судья, через тебя, Захария, явится миру Илья, волосы ленты заплетай, званых веди на пир, радуйся, пой, Иерушалаим, скоро придет Спаситель в мир, скоро придет Спаситель в мир, радуйся, пой, Иерушалаим, скоро придет Спаситель в мир. Глас услыхав, был потрясен, пал на колени он. Слаб я, стара жена моя, как же рожу пророка я? Крылья раскрылись за спиной, светом залился храм. Ангел промолвил: Бог с тобой, Божьим поверь словам. Его предвестие Христа, да вознамерение Божьим знамением. Лишь в тишине шафар звучал благословением. Внемли слова мои просты, свят лишь Господь един, дабы спрямить его стези, будет рожден тобою сын, вздыбится древний Иордан, в пустынь грядет судья, через тебя, Захария, явится миру Илья, волосы ленты заплетай, званых веди на пир, радуйся, пой, Спаситель в мир, скоро придет Спаситель в мир, радуйся, пой, Иерушалаим, скоро придет Спаситель в мир. Спасибо большое. Следующая песня называется «Настасья». Я очень попрошу Кирилла мне помочь перкуссией или чем-нибудь. Голосом можно.
тоже. Спасибо. А всем нам я желаю окончания всех войн. Вообще всех. Какие только есть сейчас. И песня как раз про это. А как же с самим собой? Я имею в виду войн против человека. Самим собой это вечная борьба. Отбороться против зла, но любить людей. Настасья. На сегодня песня.
она совсем новая, она про Андрея Рублева. Это премьера, я ее сочинила недавно. Вот. Прошу вас меня поддержать. Песня называется «Андрей Рублев». Белокаменная, льду и пламени, устоявшая, достозвонная, зеленым ковром, снежным знаменем, синевой небес окрыленная. Выйти в ополе, скинуть с куфию, кудри ветром буйным взъерошены, обнимать ее, землю русскую, всей душой своей заполошною. Выйти в ополе, скинуть с куфию, кудри ветром буйным взъерошены, обнимать ее, землю русскую, всей душой своей заполошною, рисовать ее на белых стенах, беззащитную, одинокую, даром, что чернец, даром, что монах, всей душой любить светлоокую, возноситься ввысь стаей голубей, все, что есть, отдать, не жалея чувств, да в любви своей признаваться ей краской по холсту да обетом уст, возноситься ввысь стаей голубей, все, что есть, отдать, не жалея чувств, да в любви своей признаваться ей краской по холсту да обетом уст, сквозь века признание то пронесть, кистью чуткою не дрожа в руке, ведь без толмача всем понятно дня.